В Нижневартовске усилили охрану школ. Теперь они находятся под круглосуточным наблюдением. По ночам и во время каникул тут будут дежурить сотрудники ЧОПов или росгвардейцы. Деньги на охрану поступят из муниципального бюджета. Отмечу, что сейчас во всех школах действует постановление правительства об антитеррористической защищенности. Сюда внесены требования о строгом пропускном режиме, наличии тревожной кнопки, присутствии помимо школьного вахтера лицензированного охранника. Кроме того, один из пунктов постановления указывает на обеспечение круглосуточной охраны объекта и прилегающей территории. Раньше обходились силами сторожей. Сейчас принято решение, что это будут делать специализированные организации. На территории нашей организации охранник находится круглосуточно. И средства на обеспечение данных мероприятий уже выделены.